Добрый день, дорогие телезрители! С вами Балдар Ньюс. Юмор глазами детей. С вами Альмира Джакипова. Алмазбек Улу Дастан. Элджей, приехав в Кыргызстан, пел не розовое вино, а белый кымыс. Давай я тебе расскажу пару жизненных фактов. Желтый цвет к разлуке, сказал парень, посмотрев на зубы своей девушки. Сгоревший Ошский базар теперь сдается язычникам. Девушку с большим носом называют крошка-картошка. Высокомерный барбершоп. Мы сбриваем каждого. Сгоревший Ошский базар теперь сдается язычникам. В день забастовок маршрутников найден таксист-олигарх. Удивительно, но факт. Водой из Иссык-Куля сдают анализы. Этой зимой грипп заставил всех стать как Брюс Ли. Новости из мира сказок. Принцесса-расистка ждет принца только на белом коне. Немного школьных новостей. Дочь директора школы рисует на уроке ИЗО с помощью учителя. Режиссер фильма «Ной» ищет нытика для главной роли. У учительницы математики был один муж и два в уме. А с вами был Балдар Ньюс. Юмор глазами детей. Альмира Джакупова. Алмазбек Улудастан. До скорой встречи. Пока.